Здорово, народ. Фух. Тесты, блин. У меня сейчас это... Аж сердце, короче. Думаю, что-то, блин, кардан бьет. А у него там вмятинка была такая, блин. Думаю, дай газану, блин. Его нахер порвало, короче. Вот. Вот он отвалился. Ой, блин. Думаю, надо бы поменять его. А он что-то как начал в том месте вибрировать. Как его нафиг разорвет, блин. Я думаю, нифига себе. Вот это, думаю, да, блин. Трансмиссия-то новая. Думаю, что-то жужжит как-то не по-детски, блин. Вот. Так что вот так. Поролон, блин. Сколько поролона у меня теперь будет, блин. О. Вон какой внутри, блин. Теперь туда можно наливать чай. Не. Вот такая канитель. Ух ты, елки-палки. Блин, и самое главное в тот момент, когда я подумал, надо посмотреть внизу. Ну хорошо, что я... Хорошо, что я уже знаю, что надо, блин, что надо просто, можно просто взять и так, отбежать. Как его порвало, начал трясти, блин. Я запрыгнул вот на этот ящик, короче, быстро на лифт, блин, выключил зажигание, блин, и он упал на пол вот так вот. Охренеть, блин, вот это да, блин. Да, вот это я, блин, такого я еще не видел, блин. Как жаль, что это не заснялось. Я вот никак не мог ожидать, что кардан может нахер так порвать, короче. Вот это, ух, нифига себе, как побило, блин, трубу. Ха-ха-ха, офигеть. Хорошо, что бак не порвало. Ух ты, блин, вот это повезло. Да, повезло, повезло. Он легкий, вон, легкий какой. Легкий. Да, да. Вот такая вещь. Не, движок, песня. После того, как я вот поменял, вот фильтр новый поставил. Фильтр новый, да? На эти компрессионные, да, вот эти все дела. Вот. Ну, песня, да, так. Жух-жух, как этот, как пчелка. Вот. Что-то я начал проверять, блин. Как задымит это. Тормоза, короче, это. Заклинившие были эти калиперы. Я вон просто себе посмотрю, там жидкость черная, блин. Я поменял уже. Вот. И тот, блин. Не, ну дымеж был конкретный. Да. Не, ну чтобы вот так его взяло просто на ровном месте. Порвало, блин. Такого я не видел. Еще в жизни, блин. Не, ну прикол, вот. Здесь вот он погнутый был, да, вмятина в нем была. Предыдущий хозяин, я не знаю, блин, где они ездили, но они его погнули. В общем, короче, вывод такой. На чем? Если у кардана, ёлы-палы, если... Сколько ж туда поролона засунули? Если у кардана есть вмятина, 100 миль в час ехать на нем опасно. Слава богу, что это на дороге не случилось. Не, ну так он шибанул вот по этой, по выхлопной трубе. Я думаю, нифига себе. Думаю, да, блин. Вот. Что-то, думаю, гудит. Джи-джи. Оно вон как там тоже. Раз и все. У меня вот эти вот сбивало как бы. Если провороты делаешь, вот эти вот штуки отламывались. Вот, просто они отламывались. И все. Вот. А он тут еще, блин, пострадал. Бедный болтик. Да, у меня такие есть, слава богу. Вот. Ну вот, осталось подсоединить шланги. Предварительно промыть всю систему. И будет все. И будет крутачочек. Вот такие вот дела, ребятки. Ладно, всем пока. До новых встреч.